И всем ребята, с вами Руди. Это новая рубрика на моем канале. Да. Мы с вами прошли одиночную игру Portal 2. Что касаемо совместной игры. Дело в том, что мой друг, с которым мы связаны записывать все это, сейчас находится на даче и записывать не может. Поэтому я эту рубрику отложил. Да, сегодня мы с вами будем создавать собственную тестовую камеру в редакторе, который есть в Portal 2. Да, я уже тут не создал несколько своих карт. Вот. Можете уже посмотреть. В этой серии будем продолжать. Давайте начнем. Тут сейчас еще некая тестовая камера, другие. Все, поехали. Вот. Кстати, это первая совместная камера, которую я создаю вообще. И когда это не создавал совместная тестовая камера, только одиночная. А она сейчас загрузится. Все, вот загрузилась. Хотя у меня установлен B-мод, поэтому тут есть вот некоторые вещи, которых просто нет было в оригинале. Всякие такие вот его трубы и так далее. Но в общем-то нам B-мод тут в принципе не нужен. Смотрите, вот у нас есть такая тестовая камера, которую можно всячески редактировать. То есть, к примеру, вот это вот у нас, я как понял, это вот выход. Это вход. Там, это вообще бы продолжение моей серии камер под названием Тест Лестница, Тест Лейдер по-английски. Это была такая тестовая камера, суть которой была в том, то, что вы находитесь в закрытом пространстве и не можете. И вам нужно поставить там на кнопку. К примеру, вам нужно поставить куб на кнопку. Но вы находитесь в закрытом пространстве. Вы не можете сделать это сами. То есть вам нужно с помощью порталов, не трогая кубы, перемещать их и так далее. Да, кстати, ссылку на свой свои карты будут в описании, на мою мастерскую, вернее. Если у вас есть Steam, то, пожалуйста, заходите и в Portal 2, конечно, играйте. Ну. Так, ладно, теперь, кстати, тут у нас совместная головоломка. Так. Нужно сейчас это, ну, сейчас вот это вот переместить. Так как эпохи будет раздельная. Перемещение даже заспавнится отдельное. Так, подождите, мне нужно кое-что проверить. В общем, судя по всему, нельзя сделать, чтобы было по отдельности, поэтому придется выкручиваться. Так, ладно, сейчас надо вот это вот дарить как можно дальше. Так. Так, подождите. У вас я уже давно не создал тестовую камеру, на самом деле. Вот реально, по-моему, вот я создал последнюю B-мод. Я там планировал. Так, вот это вот нужно просто отдарить, чтобы это... Ладно, сделаем так. Ну, в общем, смотрите. Сейчас тогда поступим следующим образом. Вот они отсюда будут уходить. Теперь мы поставим вот здесь вот стеклянную панель. Развернутую на 90 градусов. Так. Здесь поставим кнопку. Это скругленная, нам нужна кнопка утяжеленная, то есть обычная.
Так, а еще там можно, в принципе, поставить окно наблюдателя. А может, только у меня его здесь невозможно. А, нет, вот есть. Зал наблюдения. Вот так. Теперь вот это вот связываем. Вот так. Теперь вот это вообще нужное. Все, один из них пройдет. Нужно уже да, вот так вот сделать. Один из них пройдет, второй пройти не сможет. Теперь мы ставим еще одну кнопку вот сюда. Уже утяжеленная. И давайте сделаем это выглядит вот еще одну дверь. Так. Где-то вот. Тоже развернем. Так, да. Угол. 90 градусов. Так, и здесь свяжем отображение соединений при помощи символов. Тут можно сделать либо вообще не будет отображение соединений, либо будет отображение при помощи символов, либо при помощи каких-то полосок. Да. То есть таким вот образом они от велосипеды по итогу разделятся, и один пойдет вот сюда проходить испытания, а другой вот здесь. Так, ладно, теперь нужно выяснить все немножечко отредактировать. Так. Вот. Так. Так, это пока поставим вот сюда, просто чтобы не мешало. Так. Это вот все вниз удаляем. Это ставим вон туда. Ну, это, скорее всего, сделаем еще ниже. Так. Теперь. Вот здесь вот. Так. И вот так. Так, все, вот здесь вот сделаем тогда первое испытание. Можно сделать немного подальше тоннели, но попробуем так. Теперь раз. Хотя можно. Ну ладно, пусть будет так.
Окей, так теперь мы здесь отставим еще одну стеклянную панель на 90 градусов. И вот здесь вот тоже. Так, вот здесь тогда ставим решетки, а именно это находится вместе со стеклом. Так, поворачиваем. Решетка. Ну и в принципе тут вот это вот все тоже нужно убрать, это тоже не нужно, так. Да, ну вроде бы нормально, так. Теперь по итогу Атлас и Пибоди будут падать. И вот идут в эту комнату с решетками. Да, это основная часть геймплея, которую я придумал. Ну, нам нужно. Нужно решить головоломки, наконец, этих решетках. То есть нельзя выйти за их пределы, нужно там ставить порталы и так далее. Но напрямую ничем взаимодействовать нельзя. Было у меня одно исключение, это... Нет, это не то так. В общем, у меня было одно исключение. Тогда... На второй карте я сделал место, где нужно было нажимать... Если была вот эта решетка расширена, там были кнопки нажимные и... утяжеленные, ну то есть типа обычные кнопки, которые на полу. Ой, по сценарию нужно было нажимать на них и тем самым продвигать куб, то есть там, то есть одна кнопка активировала там панель, другая активировала, ой, воронку экскурсионную. Так. Какое есть, можно сделать испытание? Ну что ж, давайте начнем с чего-нибудь простого. Я планировал сделать так. У одного игрока находится кнопка. Надо сейчас поставить вот так вот, чтобы она смотрела... бок. Ага, вот так. Эта кнопка будет спавнить куб. Да, нужно этого сделать побольше немного, чтобы просто было... красивее, так. Так. Давай, так. Ну, это было, это чтобы было лучше видно. Так, сейчас развернем и поставим на 90 градусов. Да, ну эти панели не будут двигаться, они будут просто стоять. Так.
Здесь сделаем тогда спаунер куба. Так. Здесь. Вот здесь. И связь мне будет с этой кнопкой. Так, здесь также ставим панель веры. Она будет разгонять этот куб. Кстати, можно нажать, чтобы если протянуть поверхность, можно нажать, можно либо забыть просто вручную. Можем начать порталы, либо нажать П. То есть, вас убийцами как хотите. Опять же, делайте так. Все, он будет летать. Вот эта вот панель. И будет потом вылетать вот отсюда, предположим. Не знаю, из полки можно? Из полки это будет видно, да? Сейчас посмотрим. В принципе, да, полки. Так. Или, в принципе, можно сделать еще вот так. Да, сделаем угол на 30. И портальную поверхность. Куб будет дать сюда, летать вот отсюда. Так. А здесь вот мы сделаем с вами стекло. Да, не совсем так. Ну, предположим. Вот так. Не совсем. Вот так. По логике не должно простреливаться. Так. В общем, у вас логика, куб должен летать вот сюда, а потом летать вот отсюда. Здесь его будут ловить. Так, сейчас. Мы, если предположим. Где? Вот. Надеюсь, я нигде не напутал. Так, вот что здесь типа один игрок спавнит куб. Так. Раздача включен, сразу выдавать куб. Первый куб. Это отключим. Автоматическая выдача нового куба. Может быть, отключим. Ну, тип куба обычный. Так, ну. Так, второй игрок должен будет этот куб поймать.
вот таким вот образом. Угол 30. И портальная поверхность. Так. После чего он этот куб выкинет. Вот таким вот образом. Вы видите, скорее, это точная копия того испытания, которое вот есть. Ну, почти точная. Так. Угол оставим 45. Портальная поверхность. Так. Теперь он, этот куб должен будет лететь в воронку и нажать на кнопку. Типа кнопки. Мы можем либо куб, можно тяжеленную, либо ставим утяжеленную. Так, и эта кнопка будет открывать эту панель и вот эту. Так, ну если они размножатся с самого начала. Стиле понадобится второй игрок, да? Так. А, не сможет поставить игрок отсюда, вот туда вот портал. По логике не должен. Ха. Хотя не, может и может. Хотя, может, тогда проще будет вот так сделать. Ну, в принципе... Да, ну, и даже вот себя поставить. Раз, два. И потом получается вот сюда. Потом я это протестирую. Кстати, я знаю, как в таком случае нужно головоломку сделать. А. Ну, вроде бы все. Так, теперь потом они будут проваливаться дальше. Так. Это вниз. Так, а здесь будет стоять... Поле антиэкспроприации. Ну, как раз и нам понадобится на тот случай, когда... Ну, понимаешь, что еще нам нужно, когда какие будут поводы, эти никаких порталов сотрутся. Так. Mm-hmm.
Да, лучше это сделать на один уровень больше. Так. Так вот. Это давайте поставим. Так. Небольшое наблюдательное окно — это обязательная часть тестовой камеры, не знаю почему. Ладно, я думал, что мы когда поставим его куда-нибудь ниже потом. Так. Ну ладно, думал, что на этом буду заканчивать. Мы будем в следующей серии делать новый этаж. Ну, как, ну, после понял, как бы 4 этажа, поэтому будут 4 серии. А пока что всем спасибо за просмотр, с вами был Руди. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч.